Здравствуйте, добрый день, дорогие мои подписчики. Добро пожаловать. Я хочу показать мой товар. Нет, мы находимся в садоводе, в рынок садоводе. 12 бесплатная стоянка. АНЛ 7-18 павильон. Мой номер 8-938-31-31-222. Светлана Текстиль. Дорогие мои, я хочу вам показывать мой товар, мой текстиль. Ну что, дорогие мои друзья, давайте пройдемся по новиночкам Светланы. Здравствуй, Светлана. Здравствуйте, здравствуйте. Покажите у нас, что-то у вас какие-то получили. Покажем, да, у нас мы получили, да, египетские мы продали, вообще-то обычные лицевые, обычная баня. Сейчас мы получили размер большой, с 90 на 160 сауна. Угу. Этот египетские полотенчики, вот посмотрите, такие они. Ой, мягкие. Мягкие, такие. Хороший размер, а большой. Большой размер, оптом цена 700 рублей, они. 4 расцветки я получила. Вот так, видно, видно. Ага. Видно, да? Да, да. Угу. 4 расцветки на наличие у нас есть. 90 на 100. Зеленый, голубой и синий. Цена 700 рублей, дорогие мои. А если розница плюс 50, плюс, да? Плюс 50 рублей, угу. Плюс 100 рублей. А вот это что это за Версачи Кому? Это у нас Версачи халат, мужской халат. Угу. Размера бывает МК, ЛК, СК. Три размера в черном белом цвете. А, мы показывали. Мы показывали, да, это. Я даже одевала. Версачи, угу. Черный и белый. Оптом цена 4000 рублей. Размера 3 размера. А розница плюс? Плюс 100 рублей. Угу. Розница плюс 100 рублей. Бомбон мы показывали. Полотенчики 3 рука. 40 на 60 размер. 3 для рук. В коробке подарочная. 350 рублей. Оптом цена стоит. Мы получили новые под этот тапочки. Они тоже кролики, такие красивые. Вот посмотрите. Угу. Угу. Ничего не бывает. Вот красивые, красивые размера от 36 до 41. Расцветки у нас 3-4 расцветки. Вот розовый, бордо, серый, который шик любит. Наш, да. любимый цвет. Цвет. Да, шик. А мы уже вес, люди все знают. Все, сегодня девушка тоже сказала, я знаю, что у вас любимый, да, цвет. Да, оптом цена 700 рублей стоит, угу. Они. У нас еще а розница вот, плюс 50, да? Плюс 50 рублей. Это у нас уже вот бантиком. Многие полюбившие, тоже, да? Да, да, очень любят. Это тоже у нас идет с этим кроликом. Они 500 рублей, девочки. Расцветки там мало осталось. Завтра еще будет новенько. Там 4 вида будет этот, тапочки у нас. Розового цвета. Очень красивые. Очень хорошо брали. Продаем, заказываем, привозят. Вот. 500 рублей. Размера 36 до 41. А вот это что это за полотенчики? Это полотенчики. Плюс эти полотенчики у нас... хлопковые, да, которые, это все турецкие, бамбуковые, пупела, это пупела фирма у нас, баня и лицо, 50 на 70 размер, луз, 50 на 90, 50 на 90 размер, посмотрите близко, ой, какие красивые, да, пупела фирма, 500 рублей, 50 на 90 размер, баня идет 100, 70 на 140 размер, 750 рублей баня идет. Это угу. Чисто пупела фирма, девочки. Хороший, угу. Качественный товар. Угу. Это пусть здесь будет. Так, давайте вот эти кухонные покажем, да? Кухонные тоже, да. Там идет разные расцветочки. Там идет у нас расцветки разные, да. Один, два круглые, один квадратный. 40 на 60, 50 на 50. 450 рублей. Угу. Расцветки разные там. Угу. Это тоже у нас турецкие. Вот у так. Нас мы такие получили махровые. Это тоже Турция. 6 штук в коробке. Размера идет там. Где размера? Не видно вообще. Я думаю, 50 на... А, 40 на 60 размер. 6 штук внутри. 900 рублей оптом цена. Эти 3 штуки. Плюс 50 рублей розница. Плюс а то многие рублей. Задают вопрос, а розницу почему только да, опт? Нет, не опт. Все розницы продаем, не только опт. Это 3 штуки 40 на 60 размер, 350 рублей. Это тоже Эфор фирма.
Это тоже Турция, Мерсен фирма. Это тоже хлопок хороший, 100%. 40 на 60 размер, 3 штуки внутри. 450 рублей идет. Это у нас 6 штук. Кухненные полотенчики 600 рублей стоит. 40 на 60 размер. Угу. Значит, так, давайте вот эти покажем. Что это за полотенце? Это тоже турецкие полотенчики. Там разные идет. Лицевые и баня. Одинаковые. Мы заказываем одинаковые баня и лица, что люди покупают комплектами. Эти тоже турецкие. Хлопок хороший идет здесь. 50 на 70 размер. Оптом цена 380 рублей. Угу. Чисто Турция это. Угу. Еще есть 140 на 90 размер. 580 рублей. Баня тоже есть. Угу. Еще вот такие есть. Дельфина розовые. Это тоже чисто Турция. 140 на 90 размер. 700 рублей. Качество прям видно, качество, что... Да. Ой, мягонькое. Велюр с хлопками. Угу. Двухсторонние они. Хлопок, одну сторону велюр. 700 рублей баня. Лицевые тоже есть такой же. 400 рублей лицевые. Угу. Наличие все есть. А вот эти кофейные давай покажем. Это полотенчики не только кофейные. Это 12 штук, чисто турецкие. 1200 рублей оптом цена, девочки. 40 на 60 размер. Там расцветки очень много. Вот разные. 12 штук внутри. Угу. Это 40 на 60 размер. Оптом цена 1200 рублей. Угу. Давайте вот эти покажем. Угу. Индийские полотенчики. Это Индия. Впитывает очень хорошо. Оптом цена 170 рублей. Еще есть баня такие же. Оптом цена 280 рублей. Это угу. Индийские полотенчики. Угу. Еще у нас есть Индия 170 на 100. Сауна. Они тоже очень хорошие, качественные. Ага. 700 рублей оптом цена. Только расцветки такие. Уже третья партия. Мы получаем таких. Чистый 100% хлопок. Впитывает очень хорошо. Это тоже Индия. Угу. Серый такой есть? Такой серого нету. Такого серого не бывает. Вот представляете, ребят, это как обидно, когда ты снимаешь текстиль, а для тебя ничего нет. Это ж плохо. Моего цвета нет. Нет, мы каждый раз посмотрим, для тебя что-то серого цвета не найдем. Я это еще показывала. Пледики обалденные, это, да. Девочки сегодня Турция, покупали. Покупали очень много, да. Они тяжелые. Я вам сказала, на вес они 4 килограмм. Это чисто турецкие, 2 на 2,30. Оптом цена 1500 рублей. Размер 2 на 2,20. Наличие 5 расцветки есть, девочки, если что. Угу. У нас так... Гобелиновое покрывало, две подушками, расцветки разные есть, там в светлом фоне такие идет. 2,40 на 2,60 покрывал, 60 на 80, две наволочки, как на рисунке, они такие идут. Оптом цена 4,300 рублей. А розница плюс? Плюс 100 рублей. Угу. Так, а вот эти полотенчики на балансе? Полотенчики у нас это Узбекистан, угу. Очень хорошо впитывает, расцветки 6 штук, 2 баня, 2 лицо, 2 рука. Они оптом цена 1100 рублей. Угу. Размера все есть. Два баня 140 на 70. Не, 140 на... 140 на 70, да. 50 на 70 лицевые. 40 на 60 рука. Так. Для рук. Цена? 1100 рублей оптом цена. Они розница идут... плюс? Плюс 100 рублей. Идут они вот по две. Одна баня, один лицо. Они 550 рублей. Угу. Есть 4 штуки. Идет. А вот эти в упаковке? Рублей. В упаковке одна баня, два лицевые. Оптом цена 850 рублей. А вот это что это за набор? Ну-ка, это? Да, да. Луз. Ай, луз. Это у нас турецкие полотенчики. Просто я это новенький, пока я наизусть не знаю. Знаю, что очень хороший хлоп. Ой, какой мягкий. Махра там вообще. 600-граммовый махра. 50 на 70 размер. 650 рублей. 50 на 70 размер. У нас есть еще баня. Вот эти их не баня. 950 рублей. Размер 140 на 70. Размер угу. такой идет. Ну, махра, вот посмотрите, да, сами, да, какие да, они вот. Толстые. Да, это тоже турецкий товар. Угу. Вот. Это тоже откуда. А вот это что это? 650. А вот 150. Это что это в пакетике тоже? Вот. Что это тоже, наверное, сауна. Полотенце сауна. 90 на 170. Это тоже пупела. И а можно египетские. Египетский хлопок идет. Можно.
Как не можно? Для шик все можно? Для шик все можно. Как, куда мы денемся, что ли, показывать? От шик, да? От шика. Ой, какой красивый. Египетский, вот, турецкий купел, а египетский, вот. Смотрите, какой красивый. 1100 рублей оптом цена, размер. Двусторонняя, переверни. Размер с какой была здесь? Размер. 90-170. 90 на 170. Очень качество хорошее, девочки. Качество хорошее, потому что это пупела. Пупела, да. Очень пупела. Пупела. Да, хороший, а пупела. Да. Так, ну что, дорогие мои друзья, мы заканчиваем сейчас тоже видео, но у нас еще все впереди. И еще много-много интересных видео, одеялы, подушки. Поэтому вот мы сегодня в этом видео хотели показать немножко акцент на полотенце. Спасибо вам огромное, Светлана. И еще раз спасибо. Приглашаем вас на рынок Садовод, город Москва, 14 километр МКАДа. Светлана Текстиль. Ли этот 19 стоянка бесплатная. 12 или 19? 12, а мне показалось 19. Не, 12 бесплатная стоянка. АНЛ 7 18 павильон. Мой телефон 8 931 8 938 31 31 222. Также все координаты, все видео Светланы будут, ссылочки под видео. Смотрите, да, подписывайтесь в WhatsApp-группу, YouTube-канал Тамара Шик и WhatsApp-группу Светлана Текстиль. Поэтому, дорогие мои подписчики, всем-всем еще раз огромное спасибо, кто смотрит Светлану, кто делает покупки. Присылайте свои фотографии с покупками, видео в группу Светлана Текстиль и в YouTube-канал Тамара Шик ВКонтакте. Те люди, которые прислали свои фотографии, видео в группу «Рынок Садовод Шик», в группу мою ВКонтакте, те будут участвовать в конкурсе к концу года. Поэтому всех вас люблю, целую, обнимаю. Всегда ваша Тамара и Светлана Шик. Спасибо, всем, дорогие мои, всем спасибо. Приходите, позвоните, будем очень рады. Всегда готова для вас работать, дорогие мои. Спасибо большое.